Жень, встреча с Сибиряком в 8-м туре чемпионата России. Чего ждешь от них? Ну, конечно, двух побед жду. Надеюсь, что мы сумеем при своих трибунах на своей площадке продемонстрировать хорошую игру и добиться двух побед. В таких матчах насколько важен фактор домашнего поля? Ну, как бы соперник очень хороший, в принципе, квалифицированные игроки. Это будет, как бы, не сильно будет сказываться. Ну, конечно, хорошо, что наши трибуны, они будут нам помогать, гнать нас, как бы, вперед. И это будет, как бы, ну, дополнительный плюс. Но я думаю, все равно все-таки не сильно скажется, потому что еще, как, ну, в чемпионате это не сильно сказывается, нежели в плей-офф. Так что, ну, как бы, я говорю, что поддержка трибун будет чувствоваться, но не в той степени. Помимо того, что Сибиряк – квалифицированная команда, что еще о сопернике можешь сказать? Ну, у них очень грамотный тренер, который уже на протяжении там, очень долгого времени работал с ведущими клубами, очень грамотный, поэтому он всегда знает, как что изменить ход событий, поэтому отмечу вот его. А как думаешь, скажется ли потеря Дарлана и Пишота в составе гостей? Ну, скорее всего, да, потому что как бы легионеры призваны в наши клубы как-то усиливать, то есть быть сильнее местных игроков. И думаю, что их отсутствие скажется на этом. Также вот они с Тюменью не играли, и было заметно, что их не хватало. Поэтому я думаю, что да, скажется это.